Финал. Борцы, мастера спорта международного класса. Алихан Джабраилов, Дагестан, параллельный зачет Москва. Магомед Курбанов, Дагестан. Я недавно прочитал интервью с олимпийским чемпионом Загаламом Абдулбековым, первым олимпийским чемпионом на Северном Кавказе. И он говорит: раньше, я помню, в Дагестане были все такого роста борцы, как я, а сейчас такие богатыри. Мы раньше одалживали борцов, в том числе и в Северной Осетии. А сейчас богатыри выросли и у нас. То есть крупные ребята сейчас везде. И в том числе, конечно, в борцовском Дагестане. И внимание всех призеров и тренеров. Личных тренеров, призеров, всех. Значит, после окончания всех схваток сегодня собрание членов сборной команды России на трибуне А, вот около ковра А. Собрание проводит главный тренер сборной команды Забулат Тедеев сразу после окончания всех схваток. Тренеры и спортсмены собраться. Представляем главных финалистов, золотых финалистов весовой категории до 92 килограмма. В красном трико борется Алихан Джабраилов. Команда Республики Дагестан, город Кучкала. Параллельный зачет, город Москва. Алихан, мастер спорта международного класса, спортивный клуб «Динамо». В борьбе 12 лет, тренер Имамурза Алиев. В 2019 году он показал лучшие спортивные результаты. Это бронзовая медаль чемпионата мира в Мурсии Алиев. Золотая медаль турнира в городе Юпинске и золотая медаль чемпионата России в Сочи. Его соперник, борец в синем трико, мастер спорта международного класса Магомед Курбанов, Республика Дагестан, спортивная школа имени Шамиля Гунаханова, город Хасавюрт. Thank you.
Саша, с этого пункта. Здорово, смотри, Саша.